Здравствуйте. Представляем вашему вниманию лот номер 5 Children's Sky Extra, страна Германия, сезон зима. Количество в мешке 16 штук, вес мешка 8400. Детский горнолыжный мешок. Такой комбинезон. У всех горнолыжных костюмов, это у штанов, у курток, идет защитный материал. Он непромокаемый, непродуваемый, с карманами. Карманы, молния. Дальше идут как комбинезон, можно убрать, будут как штанами, с биркой, даже новые. Рост здесь не указан, ну, примерно где-то 110-116 рост идет. Такие брюки непромокаемые, непродуваемые, как клеенчатые, 110-116, ну, 110-116, ну, это значит 122 где-то идет. Такой вот комбинезон на молнии, здесь по бокам резинки вставшие, 14-16 лет. Здесь лямки регулируются. Комбинезон здесь. Капюшон имеется, он вот спрятан. Здесь идет. Вот он потайной. Как идет там капюшон. 7-8 лет. Здесь на липучках, резинки. Все брюки, карманы, молнии. Здесь можно убрать липучки. 9-10 лет. Также по бокам утягивается. Здесь на молнии, карманов много, на рост 108, на 5 лет. Здесь также липучки, они регулируются. Такой комбинезон на молнии, на 3 года, трифлис утепленный. Здесь брюки комбинезоном. Здесь они отклеиваются внутри. Спинка убирается на молнии. На рост 130 с карманами. Такие брюки. Здесь на молнии, карманы на молнии. Здесь как комбинезоном. На 1-2 года рост 92. Здесь идут на резинке, здесь клепка молния, 5-6 лет. Здесь с биркой. Здесь комбинезон на 2 года, здесь на молнии. Шесть-семь лет здесь на молнии с карманами, комбинезон. Здесь можно убрать, втянуть комбинезон. Липучек, на липучках можно убрать, как будут брюки отдельно. 7-8 лет с карманами. Также брюки на резинке с карманами, с молнией. На рост 140-152. Брюки с карманами, молнии. Размер здесь указан, это S.
куртка. 5-6 лет. Молния с карманами, с капюшоном. Спасибо за внимание.